Друзья, редко проходит такая неделя, другая, третья, когда мы не попали бы на open house. Вот перед вами open house. Такое ощущение, что их сразу два. Даже я не понял, тут сколько домов-то. Мы были на этом пятачке некоторое время назад. Вот тут, по-моему, пару домов были. И вот, пожалуйста, open house раз, а там, по-моему, open house два. Их сразу два. Ну что же, друзья, 4 бедрума, 3200 сквер-фит, ну там, грубо говоря, 300 с небольшим квадратных метров, 2 895 000. Вот такая цена этого дома. Он новенький. Это город Редвуд-Сити. Тут то, что называется стейджинг. Это не то, что там вот люди здесь живут, это только построено. Да, и я спросил у реал-стейт-агентки, я говорю, можно ли поснимать? Она говорит, конечно, конечно. Вот, я говорю, такая у тебя beautiful property. Она говорит, а я, говорит, спрячусь, чтобы не попасть к тебе в кадр. Я говорю, как же так? Я говорю, ты тоже beautiful. Она говорит, это правда, говорит она, но не хочу быть в твоем видео. Так, вот, значит, вот так. Ну что, давайте пойдем на второй этаж. А тут что у нас? Погодите. Тут что? Что? Тут что? Ага, умывальник. Это называется гостевой туалет. Гостевой. А вот лесенка. И такой современно металл. Пошли наверх. Так, пошли наверх. Идем. Приятно здесь очень. Никого нет, кроме нас. Какая прелесть. Так. Ну, что делать? Ну, пойдем сначала вот туда. Там явно что-то такое небольшое. Ну-ка. Ой. Ну, не такое уж оно и небольшое. Вы помните, здесь 4 спальни. Вот оно. Ой-ой-ой, чуть не упал. Вот такая большая спальня. Это мастер-бедрум. Там, видите, дальше там шкафы, туалет. Ну, в смысле, ванна. Вот это внешность. Внешне. Такой вид из окна. Вид из окна очень миленько. Так. Пошли посмотрим на их. Что там еще есть в мастер-бедруме. Ну, просторно. Знаете? Вот действительно просторно. Места не пожалели. Туалет. Здесь, видимо, душ, да? Ну-ка. Да, вот душ. Симпатично, правда? Я думаю, вы со мной согласитесь. Вот это я. Приветствую вас. Так. Что же, господи. Так. Такая будка. Комод, наверное, да, что ли? Ну да, полочки. Очень интересно. Ну вот смотрите, да, давайте так вместе поглядим. Вот такая ванная. Из ванной хороший вид, если повыше высунуться так вот до соседей. Так. Угу. Ну идем дальше. А из ванной у нас вход в то, что называется walk-in closet. Это вот такой, значит, ну, можно сказать. Знаете что? Давайте назовем это словом коптерка. Вот такая коптерка. Вот. Ой, тут я пытаюсь втиснуться, меня потряхивает. Ну что сказать? Богато, друзья. Богато. Ничего не скажешь. Я думал, тут маленький закуток. Говорю, пойдем сначала в маленькое что-то. Так. Вот мы пришли к тому месту, где мы поднялись по лестнице. Здесь такой закуток, таки закуток. Я даже не знаю. Поставили компьютер тут. Ну так. Значит, тут у нас туалет, да? Ванна такая, значит. Так, хорошо. Ну-ка. Ой. Смотрите-ка. Ну,
тут тоже тип кладовочки, а это, наверное, куда-то на чердак идет. Ах ты что, это... Ну да, да, он там уже что-то деревянное такое. Под крышу. Так. Выходим. Вот здесь у нас две спальни. Ну давайте начнем с этой. Вот она. Тут шкафчик. И такой странный, я бы сказал, аппендикс, в котором ничего нельзя делать, кроме как подойти к шкафчику. Ну ладно. Так. Мне нравится этот Golden Gate Bridge. Так красиво его сделали. Так. Идем дальше. Вот еще один bedroom. Тут солнечно, очень солнечно, красиво, просторно. То есть нельзя сказать, что бедрум какой-то совсем уже куцый. Вот еще один, walk-in closet. Прежде чем мы пойдем вниз, тут оказалось есть еще один санузел. Я его не доснял, друзья. Вот, вот он есть. Все. А теперь пойдем еще раз вниз. Так. Вот мы спустились вниз, и тут у нас много чего. Но это кухня. Вы видите, кухня милая. Тут такое странное окошечко. Смотрите, как прорубили. Это неожиданно. Ну, допустим. Вот тут пентри это называется. Такие, ну как сказать, при кухне, где держат всякие горшки. Так, давайте я отсюда вам, может быть, покажу общий вид. Симпатично здесь. И вот выход, выход на улицу. Но двор, надо сказать, у них как-то там острый угол. И пока ничего нет во дворе. То есть не посадили. То есть с землей тут, конечно, не важно. Не очень, не очень. Так. Давайте отсюда мы поглядим тоже. Вот вы видите, что там со двором? С землицей, да что? Вот так получается. Ну, еще раз. Вот такая красотища. И там что-то еще было. Ну-ка, давайте глянем. Вот там мы идем дальше. Так. Ой. Давайте посмотрим. Здесь такой, как буфетики такие, да? Картинка красивая, но довольно узкая такая кишка. И мы попадаем туда, где мы уже были. Вот эта входная дверь. Так, разворачиваемся. И продолжаем движение. Так, здесь что? Ага, это пентри, мы видели. Так, идем дальше. Тут, наверное, в гараж. Нет? Да, так и есть. Гараж хороший, на две машины. И тут еще вот слева, видите, там место есть такое закуточное. Очень симпатичный гараж, очень, поверьте. По современным делам очень неплохо. Так, ну, здесь должны стоять стиральные и сушильные машины. Вы видите, тут вот вода подходит. И там электричество, вот здесь все это подключится. Так, ну а здесь, соответственно, там разложили бельишко, там шампунь, стиральный порошок, как водится. Так, идем дальше. Ой, и после этого всего такая, знаете, комната. Вообще-то это bedroom тоже, вот по этому шкафу, который здесь. Давайте я отойду. Вот по этому шкафу мы понимаем, что это тоже bedroom, но они его... так декорировали, как офис такой. Вот сидит такой человек за столиком на коврике, и вот тут у него с понтом офис. Сочетание словаря бумажного и вот лэптоп очень мне нравится. Так, хорошо. Эстетика такая. Так сказать, 19 век встречается с 20-м. Ну вот, вот так. Может быть, это можно было бы назвать каким-то гостевым, я не знаю,
местом. Вот тут под окном, видите, у них не один кондиционер в доме, а два. Видимо, они на разные участки дома работают. Здесь такое пространство не присмотренное. Но вот, с другой стороны, вы видите, как близко стоит соседний дом. Тут от забора до стены соседнего дома, ну, метр, вот, может быть, чуть 1.20 м вот такого плана. Немного. А это вот, друзья, тут как-то встроен в забор, мастерски встроен в забор Redwood, он же секвоя. Вот так, у нас их так просто не вырубишь, тут государство не позволяет. Ну что, по-моему, мы так все хорошо посмотрели, пойдем обмениваться впечатлениями. Ну что, Свет, скажешь про дом? Ну, мне он нравится. Вот мы уже смотрим в этой комьюнити не первый дом. Так. Мне понравился первый, а потом несколько не понравились. Так. Но это все-таки видишь, более уютный такой. Хороший, хорошо сделанный. И просторно. И материал хороший. Ну, и, знаешь, и аккуратненько все. Вот нет такого, чтобы тяп-ляп. Пуфик просто потрясающий вообще. То есть, друзья, мне можно спать пуфик, на отдельной кровати. Который понравился Светлане. Да, да, на нем можно... Спать. И это когда гости приходят. А так вот сидишь на диване, на него ножки положил. Да. Можно даже вот сейчас прийти, ножки положить, только разуться надо. Нет, не надо. Не надо, не будем. Вот. И слушай, стейджинг хороший, ты понимаешь? Ну, дорогой дом, 2800. Но как так у них получилось с землей? Ну, они тут выкраивали как-то. С другой стороны, ничего страшного. Они поставят кустики вдоль забора, чтобы не было видно вот такого же угла этого забора. Беседочку поставят, что-то такое, и все хорошо. Аквариум с рыбками. Да, в конце концов, а что нужно? Акры земли иметь? Зачем? Хорошо, спасибо, Свет. Да. Пойдем к другому дому.